Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников, цель которого – напомнить всем о том, что дети нуждаются в заботе, внимании, охране их законных прав и интересов. В первую очередь это касается детей с особенными потребностями. На протяжении последнего месяца при поддержке городских властей отдела культуры Величевский проводился сбор вещей для детей-инвалидов Одесского детского дома. Мы решили провести акцию, такую волонтерскую поездку в интернат, в Одесский интернат, где дети с умственными и физическими отклонениями. Мы, значит, собрали вещи. Туда компания «Орифлейм» дала моющие, ну, для детей. Конфетная феерия, конфеты, ЧП «Закриевская», джинсы для девочек, потому что там девочки от 2 до 18 лет. Мы решили сделать вот такую вот волонтерскую поездку. Вот. Если это все удачно получится, то будем работать в таком направлении. А с 1 по 28 мая все библиотеки города проводили благотворительную акцию по сбору книг. Общими усилиями горожан и различных организаций удалось собрать около 800 книг, которые также были переданы в Одесский детский дом-интернат для детей-инвалидов. Откликнулись многие жители и Личевска, Александровки, Малой долины. И все школы города собрали, подарили много книг. Также подключились библиотекари. И в результате мы собрали 800 книг для детского дома. Детские игрушки собрали, также вещи. Маленькие ильичевцы, которые требуют особой поддержки, также не остались без внимания. В Центре социально-психологической реабилитации для детей и молодежи с функциональными ограничениями в этот день проходил День открытых дверей «Поделись улыбкой». Работники центра, волонтеры, родители устроили для ребят настоящий праздник со спектаклем и сладкими угощениями. Может быть, для многих много праздников существует в году, но для наших детей вот с такими функциональными ограничениями, да, особых детей, День защиты детей 1 июня – это самый главный праздник в году, который мы очень ждем, который мы очень любим, и это очень необычный праздник. Мы, конечно же, очень благодарны всем и структурам города, и особенно Центру социальной службы, ну, всем абсолютно, которые действительно неравнодушны к нашим деткам, да, помнят про такой праздник, помнят про такой центр, всячески помогают нам, всячески нас поддерживают, и мы очень благодарны, что в действительности мы не одни, и хотелось бы всех поздравить, и в этот день веселый такой, чтобы у всех деток всей земли побольше радости, побольше улыбок, счастья и здоровья. А маленькие спортсмены в этот день могли принять участие в ярком и зрелищном фестивале по вело- и роллер-спорту, который проходил на стадионе школы номер 6. Данные соревнования заключают в себе два вида. Это гид, один круг на время проходит спортсмен, и спринт. По 4 человека едут на вылет, получается, кто первый приезжает, тот и выигрывает. Сегодня собралось много детей, которые пришли поддержать и участвовать на соревнованиях непосредственно. В прошлые годы было меньше, но с каждым годом обороты растут, и количество детей на соревнованиях увеличивается. В этом году в соревнованиях приняли участие около 50 юных ильичевцев с 1 по 11 класс. Впервые среди участников было и 6 девочек. В этом году также появились еще роллеры. Спортивный клуб «Здравия» организовал непосредственно роллерское соревнование. Среди девочек он менее популярен, и девочки у нас на вес золота находятся. И сегодня всего лишь 6 девочек, которые пришли участвовать на велосипеде. А среди роллеров девочек вообще нет. Настоящий праздник для детей нашего города проходил в городском дворце культуры. Здесь артисты из Теплодара и Одессы подготовили для маленьких ильичевцев театральное представление. Конечно же, мы раздавали пригласительные в Центр социальных служб,
в центр семьи и молодежи. Дорогие ребята, вам нравится участвовать и, в мы приглашали всех своих Отлично, деток тогда, пригласить нам на спектакли. Отдел культуры Хорошо? Подготовил в такой день, Будете в такой праздник слушать, два спектакля. Один спектакль «Волшебный глушин Аладдина» – это город Теплодар. Итак, и в 15 часов будет проходить спектакль, кукольный спектакль «Город Одесса». Ну и мы, конечно, подумали, что после спектакля очень интересно будет детям поиграть, порезвиться. А волонтеры Центра социальной службы для семьи, детей и молодежи проводили здесь акцию «Делай с нами, делай как мы». Мы для детей устраиваем такие акции уже очень много лет. В Приморском парке, вот первый год мы устраиваем здесь. Мы кегли, знаете, кегли сбивать, попадание в цель, скакалки, мячи. За все это соревнование дети получают центрики. Как у нас деньги у взрослых. Деньги у нас центрики. Мы проводим это, чтобы дети понимали, что взрослая жизнь такая же самая, как игра. Зарабатывай деньги, покупаешь товар. Всем участникам праздник понравился и запомнился. Мне очень сильно понравилось, как кушан Аладдина, и сильно понравилось сегодня играть. Что надо делать? Мне понравилось сбивать кегли. Выступление. Праздник. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными гражданами своей страны.